Каспийске прошел турнир по быстрым шахматам на призы от компании «Проклимат». Отметим, что приняли участие в соревновании порядка 35 человек разных возрастов. Во время соревнований организаторы мероприятия особое внимание уделили дисциплине. Ведь в этом деле нужно полное погружение и сосредоточенность. Еще раз хочу напомнить, пожалуйста, особенно молодым товарищам, про поведение в зале, чтобы была тишина, чтобы никто не мешал, как говорится, ни своему сопернику, ни окружающим. Вот. Какие-то вопросы, поднимаем руку, вызываем судью. Эти вопросы решаются уже на месте. По результатам всех этапов соревнований обладателем первого места стал Магомед Джаватханов, второго – Омар Эльдаров, а третье место занял Багдад Тагиров. Стоит подчеркнуть, что среди юношей оказался лучшим Расул Багамедов, среди девушек – Элина Казарян. Также дополнительными призами были награждены лучший ветеран Шамиль Магомедов и лучший среди лиц с ограниченными возможностями Адам Адамов.